Hello! На связи мисс Арина. И сегодня мы продолжаем наше путешествие в мир английских букв. Помните, что буквы – это злодеи, которые хотят захватить наш мир. Но мы должны их победить, а для этого мы должны знать произношение этих букв и их основной звук. Итак, тема нашего урока – алфавит, буквы и звуки. Давайте с вами вспомним, что такое алфавит. А алфавит – это набор букв, с помощью которых мы можем построить слово. Давайте представим себе лего, каждая деталь которого – это буква. А соединяя несколько деталей лего, мы получаем слово. Теперь давайте с вами снова вспомним весь английский алфавит. Итак, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. Отлично. Можете перемотать и еще раз послушать и повторять вместе со мной. А мы теперь познакомимся с нашим следующим злодеем, а именно с буквой D. Чтобы его победить, нам нужно знать, как произносится буква и какой у нее основной звук. Давайте узнаем, как же она произносится. Произносится она вот так. Ди, ди, ди. А вот основной звук у нее д. Д, д. Good job. Дальше буква И. Давайте произнесем вместе. И, и. И. А вот основной звук у нее э. 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 Good job. Идем дальше. И наш следующий злодей буква H. H. Произносится она именно так. H. H. А вот основной звук у нее х. 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 Very well. Итак, наш следующий злодей буква N. N. Так она произносится. Давайте вместе. N. 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 А вот основной звук N. 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 Very nice. Итак, последний злодей сегодня буква P. P. Произношение у нее такое. Пи. Пи. А вот основной звук у нее п. 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 Very well. Теперь наша миссия выполнена, и мы победили наших злодеев, поэтому давайте вернемся к постройке слов. Посмотрим на Лего. Вспомним Лего. Какие у нас есть здесь буковки? И, H, N. И построим наше лего правильно. Получаем слово hen. Hen. Отлично. Следующее лего. N, E, P. И получаем слово pen. Pen. Very good. Дальше такие буквы. C, H, A. И построим правильно, получаем слово hat. Hat. Отлично, ребята! Замечательная работа! Давайте теперь с вами повторим все буквы и звуки, которые мы с вами сегодня выучили. Итак, первая буковка D. Это то, как она произносится. Ди. А вот основной звук у нее д.
Следующая буква И. Это она так произносится, да? И. Основной звук Э. Э. Следующее произношение у нас буковка H. Так она произносится, да? H. А вот основной звук Х. Х. Дальше произношение буквы Н. Так она произносится. Н. Н. Основной же у нее звук Н. Н. И последняя у нас буковка П. П. Основной звук П. П. Nice. Thank you very much. Bye-bye.